Всем привет! Пришло письмо от подписчика канала. Говорит, эти банкноты ему не нужны. Предложил мне купить. Я предложил вариант, что я выставлю на аукцион, продам. 10% себе оставлю, остальное ему сброшу на карту. Так, что здесь у нас есть? Скрываем. Имени просил не называть. Прислал из города Дружковка, Донецкая область. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Так, ну здесь пока ничего ценного. Вот разве что 5 фунтов Великобритания. Правда, чуть помятая. Кто желает? 200 гривен, и она ваша. Так, купоны. Венесуэла. 5 боливаров с 1989 год. В красивом состоянии. Уголок чуть заткнут. Это у нас Катар. 1 реал. Это недорогие, по-моему, где-то полдоллара, доллар за штуку я продавал в таком состоянии. Индия. Азербайджан. 5 манат. Еще советские рубли. Узбекистан. ₽10 000, 92-й год. Вот это поинтереснее будет. Без надрывов. Ну, помятая. Казахстан. 20 тиин. 93-й год. Китай, 5 джао, 70-й, Беларусь, СССР, 100 рублей, 92-й, 91-й год, еще одна соточка, 50 рублей, 1992 год. 1000 рублей, СССР, 1992 год. Но состояние у них не очень, конечно, надрывчики есть. Да. Так, и царские рубли еще остались. Аккуратненько. Так, ну здесь подписи Шипова, короткие номера, в таком состоянии тоже будет стоить полдоллара доллар, этот еще весь дырявый. Здесь тоже Шипов 3 рубля, но здесь по крайней мере они тоже есть надрывчики внизу. Из царских больше ценятся Плеске подпись, Тимашев, ну и Коншин на рублях.
Шипов это самый дешевый распространенный подпись кассирова управляющего. Поэтому и цена на него самая дешевая. И 10 рублей. 1909 год. Дырявая. Если вы желаете приобрести что-нибудь из этой коллекции, пишите мне любым удобным для вас способом. Мои контакты есть в описании под этим видео. Ну и если вы хотите выгодно продать свою коллекцию, но у вас нет времени этим заниматься и желания, можете связаться со мной и уже обсудим все детали. С вами был Василий, вы на канале Sell Banknotes & Coins. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока!